каждом дворе случается ситуация, когда человек по неосторожности или отсутствию желания элементарно не доносит мусор в определенный для этого бак. В итоге непосредственно на входе в подъезд скапливается определенное количество твердых коммунальных отходов. Жильцы или управляющая компания. Кто ответственен за чистоту и порядок в подъездах многоквартирников Лонгипаса? За вывоз мусора из дворов многоэтажек Лонгипаса отвечает региональный оператор. Как правило, с ним заключают договор управляющая компания. Если дома частные, то документ подписывают сами жильцы в индивидуальном порядке. Именно поэтому, если возникают проблемы при вывозе твердых бытовых отходов, все вопросы к ним. Но есть зона ответственности и управляшек. Ежедневно, в будние дни с 6 утра дворники убирают веренную им территорию и наводят чистоту вокруг домов. Но жильцы продолжают жаловаться на оставленные пакеты и разбросанный мусор. Подобную картину мы вынуждены наблюдать каждые выходные и праздничные дни, когда рабочие отдыхают. А некоторые жители почему-то регулярно, на постоянной основе выносят свой мусор к подъезду, а не выбрасывают его в мусоропровод. Это вызывает определенные неудобства, так как мусор остается без присмотра и становится привлекательным для животных и птиц. Они разносят его по территории, создавая беспорядок и антисанитарные условия. А еще наполненные полиэтиленовые мешки, скопившиеся в большом количестве, создают неприятный запах и вполне могут стать поводом выписать их владельцу штраф от 500 до 3000 рублей. Ведь бытовые и строительные отходы мешают проходу, а при возникновении чрезвычайной ситуации затруднят эвакуацию. Хочется обратиться к нашим жителям с просьбой быть более ответственными и уважать труд посторонних людей. Выбрасывать мусор в мусоропровод гораздо удобнее и проще, чем выносить его к подъезду и оставлять там на весь день. Это также поможет избежать неприятных ситуаций, связанных с загрязнением территории. Кроме того, хочу отметить, что мы все являемся частью одной команды и должны работать вместе для поддержания порядка и чистоты в наших домах. Жители также отмечают работу коммунальных служб. Можно даже время проверять. 8:30, две машины забирают мусор, идеально все, капитально. Молодцы, спасибо. Наш им район спасибо. Очень хороший. Да. Там молодцы, а не убирает, это у нас дворничиха такая. Нету. Как мы за ней смотрим, малышка мы ее называли. Все, она самый чистый район, наверное, наш. Хорошо, насчет этого нет проблем. Чисто, уборщица работает как положено. На моей улице все убирают достаточно часто, хорошо, жалоб никаких мы не имеем. Мы, как законопослушные граждане, конечно же, мусор выбрасываем в положенном месте. Мои соседи, сколько раз я сама видела, также поступают. То есть наш подъезд достаточно чистый, вот благодаря самим гражданам. У нас постоянно вывозят каждый день. Администрация города призывает проявлять активную гражданскую позицию. Поэтому, если вы стали свидетелем, как кто-то выкидывает мусор в неположенном месте, этот факт необходимо зафиксировать, снять видео или фото на телефон, чтобы нарушителя привлекли к ответственности. Сара Тураева, Тимур Дзигангиров, «Наши города».